Здравствуйте, Аида. Здравствуйте. Что вы нам споете? Гагарину, Полину Гагарину. А какая вещь? Колыбельная. Да, колыбельная. Одразу двоє суддів запідозрили Аїду у використанні фонограми. Ви можете нас подивувати будь-якою піснею акапелло? Ні, ету ж, ні? Ету ж? Ету ж, ету ж. Ету ж, тільки акапелло. Продовжайте піти. Аїда готова заспівати, от тільки що зараз почують наші судді. Разгони ты тоску во мне, неспокойно у меня в душе. Попроси у облаков подарить нам бед. Аида, на самом деле комплименты говорить труднее, чем критиковать. Ну, потому что когда все хорошо, и так все ясно. Че разглагольствовать? Че упиваться словоблудием своим? Не понимаю. Замечательно все было. Просто. Спасибо. Мы остановили вас потому, что я не поверил своим ушам. Мне показалось, что вы поете под фонограмму, что на вашем голосе есть эффект, но... У вас такой волшебный тембр, и вы настолько умело пользуетесь голосом, что это звучит как диск, как аудиозапись, как готовая аудиозапись коммерческая. Понимаете, в чем дело? При слове «коммерческая» вздрагивает Кондратьев всегда. И поэтому следующий комментарий от него. Спасибо. У вашего голоса есть чарівний эффект викликати симпатию. И я не є виключенням, я кажу вам так. Спасибо. Невероятно здорово. И глаза, и внешний вид, глубина невероятная. Я говорю вам да. Спасибо.
А еще вы очень красивая. А я не знаю, как вы этого не сказали, красивая девушка. Мы боимся это сказать. А я не боюсь. Я об этом сказал сразу. Я ничего не услышала. Короче, Аида, у вас 4, да. Спасибо большое.